Давай, следующая. Оксана, доставай игрушку. Подарок кому-то. Ване! Ваня, открывай себе подарок. Там шляпы, мини-конфеты какие-то. Ну-ка, покажи. Давай, покажи. Так, вот такие вот конфетки. Ну вот, раздаешь всем конфетки. А тебе останется копилка. Ванечка, у тебя львенок. Давай покажем, какой красивый, да? Львенок, а внутри еще черепашка. Вы поняли, из какого-то мультика? Не знаю. Следующие подарки кто достает? Давайте быстрее. Марина, подарок доставай. Кому ты достанешь подарок? Кому это? Насте. Ну, давайте мамины в конце откроем. Потому что маме некуда распаковывать. А Ваня то есть? Ваня достал Ване. Ваня, открывай, это тебе подарок. Маша, помогай ему. Долго еще. Ванин. Ваня, давай покажем. Это, ребята, ковбои и индейцы. Это деревянные персонажи на подставочках, и можно играть. Мы вам потом попозже покажем. Тебе нравится? Смотри там с другой стороны. Смотри. Давай дальше. Настя, ну пока не трогайте. Кому это? Оксана. Давай. Там Оксана написано. Что это? Косметика. Ты о ней мечтала? Давай. Давай. Катя. Катюша. Катюша. Стойте пока, больше не трогайте. Катя маленький. Давай, Катюха, показывай. Маленький, но он очень хороший подарок. Это деньги? Нет. Давай, доставай и показывай, что там. Потому что подписчики же не понимают в твоей руке, что это. Нет, ребята. Это цепочка серебряная. Ты хотела серебряную цепочку? Тебе нравится? Довольная? Ну все, дальше давайте. Кому это? Настя, отложи. Не туда, Маш, на койку. Давайте следующий подарок достаем. Папа. Это папе. Ну давай, открывай, а папе потом отнесешь, отдашь. Папа, потому что не хочет на видео сниматься. Это бритвенные станки. На, отнеси папе. Марина, иди папе отнеси, а Маша дальше достает. Подожди. Его. Все ждут так носки. Нет, Егорка, это перчатки теплые, толстые. Посмотри, какие классные. Ты довольный? Это старые? Нет, это новые. Дальше. Маша. А я? Маша. Тени. Ты хотела? Ты у меня просила? Смотрите, ребят, какие тени разноцветные. Маша у нас выступает очень часто. Давай сюда, вставай. Мама, ты как ты выиграла, Таня? Давайте следующие подарки. Отдай вам на свете. Оксана. Оксана? Давай, показывай, что там, рви. Беспощадно рви. Давай. Единорожка. Брелок, единорожка. Она мечтает у нас, она любит единорожек. Ваня, давай, доставай следующий. Кому там написано? Настя, давай Настя пока сюда отложим. Давай следующий доставай. Мама! Там еще много их. Ой, я не помню, кому это. Это Света. Раз, значит, Света. Ваня, подожди, не трогай, подожди. Это... Ну, потом, подожди. Давай, давай, давай. Разлилась немножко. Ну... Нет. Марина, не лезь, подожди. Походу, подарок не сохранился. Да, немножко. Рви коробку, Свет. Вот так вот. Смотри, она легко рвется. Давай. Короче, здесь маска для волос. И мицеллярная вода. А я не знаю, видимо, немножко протекла. И масочка такая. Косметика, короче говоря. Следующий. Давай, Ваня. Это у нас Снежа. Но Снежа у нас придет, мы ей потом подарим. Снежа. Давай. Это Илья. Илья, распаковывай. Нет. Да я руки только твои. Давай.
Илья думал, у него один подарок. Ну, извини, Ильюша, будет больше. Вы на что клеили такое? Я тоже перчатки. Показывай, какие. Так, такие же. Да, только вот черные. Такие же вот перчатки, только черные. Тебе нравится? Дальше. Кому подарок? Егорка, иди сюда. Еще один подарок твой. Давай, распаковывай. Сюда немножко. Вот так вот. Подожди, хорошо. Я понял, когда у меня печатки захотели. Когда я говорил, что у меня печатки. Пониже. Это было вчера. Еще одни перчатки, Егора, потому что ты у нас постоянно мерзнешь. Держите еще одни перчатки. Так, папа, Света, распакуй папин подарок. Папе, сейчас Оксана отнесет папе. Я сейчас объясню, что это такое. Нет, это не часы, это магнитный браслет для инструментов. На, отнеси папе. И поздравь его. Следующий. Катя! Ну, Кать, ну извини, но на тебя почему-то сядь. Почему-то вот такие вот маленькие. Кать, ну давай нормально. Ты уже цепочку одела? Нет еще. Нет еще? Доставай. Пакет. Стукни ее. Давай быстрее. Вторая цепочка? Нет. Открывай, смотри. Это не вторая цепочка. Это браслет. Это браслет тоже серебряный. А нет, значит первый был браслет. Или я перепутала подарки? Ну-ка покажи первый. А, я перепутала, значит, немножко. Я тебе браслет позже отдам. Так, это чье? Катя. Снежана. Катя. Я потом тебе дам браслет, я перепутала, видимо. Хорошо, Катюш? А вы же не знаете, что там? Катя, давай показывай, что там у тебя. Варежки! Следующие подарки чьи там? Нет, убирай коробку. Ножницы, Маш, где? Нет, все две пары. Оксана! Отойдите пока. Сядьте все. Сейчас я всем раздам. Маша, подожди. Давай на стул мне помоги подставить. Дорогие друзья, вот это... Ваня, сядь, пожалуйста. Вам подарок от Деда Мороза. Дорогие друзья, вот такой вот подарок. Держи кому-то, давай. Миньон подарок. Вот такой вот. Держи, Маш. Ставьте куда-нибудь. Потом... Вот это вот девочкам кому-нибудь дай. Во, Ванька себе взял. Киндер. Ваня, такой. Адвент-календарь мы Ильюша. Илья хотел? Я такой. Адвент-календарь хотит Илья? Ну, у вас один будет на всех. И вот такой вот. Вот такие вот, ребята, подарки. Это от Деда Мороза вам сладкие. Вам нравится? Да. Вот, берите каждый себе по подарку. Тут 8 подарочков. Марина, вот. Егорка, ты вот тот киндер-сюрприз. Вот такие вот подарки. Будем открывать сейчас подарки, показывать? Да. Вот такие вот, ребята, у всех были подарки. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Сейчас покажем, что у них в подарочках есть. Так, Света тут распаковала вот такой подарок. Света, доставай, пожалуйста, показывай, что там есть. Сейчас, подожди, покажем. Раскраска. Это что такое? Раскраска. Дальше, ну, это можешь кому-нибудь... Подожди, Ванечка. Ой, какой красивый чупик. Монетка. С Новым годом, кстати, и конфеты. Вот такой был первый подарочек. Давай, Ванечка, показывай. Хариба! Мармеладки Хариба очень много у тебя, Ваня. Дай их там. Ну все, ложи туда. Поделишься со всеми Хариба. Давай, Егорка, открывай. О, Егора, киндер-яйцо. Шоколадки. И такие классные. Оксана, что у тебя в адвент-календаре? Конфетки с открыт. Катюша, давай, показывай ты. Тут... Ой. Тут конфетки так. Я извиняюсь за шум. Ну, дети радостные. Одни Аленки.
Одни Аленки все, да? Да. Ну все. Смотрите, ребята. Ноги прикрой. Мам, открывайте. Мама, мне там попасть, не кричи, пожалуйста. Вот сюда сложите все, что попалось. Да, не носки мне не надо. Сейчас. Так, ребята почти все достали уже. Еще пару окон осталось. Давайте. Открытки. Сейчас, 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 подожди. Нет. Картинки это получается потом красота, да, какая-то? Ну вот потом покажете, что у вас получится, когда соберете, хорошо? Так. Вот, молодцы. Картинки на некоторых приклеены, видите? Все. Вот такие вот конфетки, а картинку соберете и меня позовете. Маша, давай твой покажем. Так, это Машин подарок, да? Конфетки Аленки. Ну, тоже все Аленки. Все довольны? Дорогие друзья, ребята, вы понравились вам подарки? Да. Да, все довольны, все видите, уже играет, там Марина играет. Уже все играют, все довольны. Мне кажется, праздник удался. Все. Дорогие друзья, мы не распаковали еще мои подарочки. Это подарочки от моих подписчиков. Я их тоже запаковала аккуратненько. Первый. Это я не знаю, как называется, но это аромапалочки. Спасибо большое. Получила все. Тут целая куча их. Напишите в личку обязательно, как им пользоваться. И вот какая-то дощечка, это тоже с ней шло. Я так понимаю, что это в комплекте было. Это все вместе, поэтому и запаковала. Дальше. Второе. Это от моей рукодельной подруги. Она мне писала: Настя, что бы ты хотела, выбери, и я тебе закажу. Я выбрала себе вот такой вот органайзер. Многие знают, что я занимаюсь вышивкой. Девочки, можно потише немножко? Вышивкой бисером. И вот такой вот органайзер она мне заказала. Спасибо тебе огромное. И третий подарок. Я знаю, что сейчас для многих подписчиков это будет. Скажут, ура! Настя поменяет свою доску. Вот такая вот красивая доска. Хочу сказать своим подписчикам огромное спасибо за ваше внимание и за подарочки. И всех поздравляю с Новым годом. Катенька, как тебе твой подарок? Нравится? Да. Короче, у Кати вот такая вот цепочка. И браслетик. Вот такой вот классный браслетик. Катюша, это все серебро, поэтому береги. Хорошо? Спасибо.